Hi, my students. Сегодня мы по горячим следам с вами пройдемся по гравитации. Но это не то кино, которое гравитация, а по той ложной сенсации, которую выдала нам компания такая LIGO. Так вот, ее опровергли полностью солиднейшие. Я в предыдущей лекции в конце списка литературы дал ссылку, где опровергнуто это сообщение о гравитационных волнах. Так вот, ну, о чем мы и говорили, что это, значит, все сомнительные вещи. Да, мне бы надо было это, я пишу здесь, пишу я, значит, что хотел заметить, откуда все это вы... Откуда ноги растут у вот этой всей теории? И почему эксперимент идет именно в этом направлении, а не в другом, не в ином? Ну, согласно, как говорится, принципу достаточного основания, который Лейбниц разработал, мы должны это выяснить, достаточное основание для этого. Вот мы сейчас с вами не спеша будем это дело выяснять. Ну, первым делом, что хотелось напомнить вам это, формулу-то этой, откуда-то, вот эту формулу всемирного, закон всемирного тяготения, мы вот эту формулу, значит, я вам ее показываю. Что здесь? А, ну, это я что-то вам кулон уже показываю, да, ну, вот это надо показывать, да. Вот они, две массы у нас, М1, М2, квадрат расстояния, G, вот это гравитационное постоянное. Вот она вот в системе Си чему равна. И, значит, такая вещь, приведенная масса гравитационная. Вот что мы имеем, закон. Он был в 1666 году примерно установлен. Ну, может быть, чуть раньше. Кем-то, на кого пока мы не знаем ссылку делать. Ну, приписывают Ньютону, но мы это сейчас слабо верим в это. И вот закон Кулона. Он в 1795, гораздо более позже. Вот здесь коэффициент пропорциональности К. Два заряда Q1, Q2, а также расстояние квадрат. И мы видим здесь коэффициент, вот чему равен коэффициент. Единиц на 4π эпсилон нулевое. В системе Си также. И вот также мы видим здесь, что такое эпсилон нулевое. Это свободное пространство. И фарады на метр. И К, в общем, вот оно всему равно. Вот такой величине большой. Поскольку обратное эпсилон нулевое. И ньютон метр квадратный на кулон квадратный. Вот такие коэффициенты. Значит, минус 11, здесь минус 9, то есть плюс 9, минус 11. Но формула-то, как бы, как говорится, аналогичная. Вот это ложная аналогия. Она привела многих уже, и сейчас еще приводит. Многие и экспериментаторы, и теоретики, они, значит, об это дело приткнулись. А почему вот приткнулись-то? Потому что не рассмотрели физический смысл. Вот, физический смысл этой всей природы, этих соотношений. Оказывается, она совершенно, несмотря на формулы, они одинаковые, но в то же время различие какое-то есть. Вот сейчас мы посмотрим, в чем различие. Вот если, допустим, заряды у нас. Заряды, электричество. Есть положительные заряды, есть отрицательные заряды. Два вида зарядов. И коэффициент К зависит только от среды. У нас зарядов не зависит. Коэффициент пропорциональности. А при одинаковых зарядах, ну, скажем, отрицательных, они отталкиваются. А здесь они притягиваются. Что мы видим в гравитации? В гравитации мы видим чисто притяжение. И масса сугубо положительная. Вот. Вот такая разница. Значит, отрицать масс разного знака не существует, только положительные. Это
первая разница, которую мы здесь видим. Вторая разница, в чем, несмотря на, значит, формулы кажутся одинаковые, но вот посмотрим мы взаимодействие вот. Предположим, мы имеем некоторую систему замкнутую, где заряд есть плюс Е и минус Е вокруг вращается. Ну, скажем, там атом водорода. И вот здесь вот другой такой же атом. Вот. Если дипольные моменты между этими двумя системами исключить, то есть среда неполяризуемая между этими системами двух систем зарядов, то сумма зарядов тут равна нулю, сумма зарядов там равна нулю, и взаимодействия никакого нету. Электрическое взаимодействие, если исключить квадрупольные всякие эффекты второго, третьего, четвертого порядка. Что мы имеем с массами? Если, допустим, вот массы, вращается масса Земли вокруг Луна, вот, а и это Марс, допустим, вокруг него тоже Фобос, Деймос вращаются. А здесь гравитация есть. То есть изоляции массы друг друга не изолируют, а гравитация есть. Сумма масс считается, центр тяжести общий считается, и получается у нас общее притяжение остается. Это существенная разница ведь, да? Физическая. Математически вроде бы, как говорится, все схвачено, но здесь физика-то совершенно разная. Но на эту вот, на этого червячка, что формулы одинаковые, все физики клюнули. Вот сколько там их в нашем море есть, вот от, начиная от Ньютона там, то есть начиная от Кулона и дальше, и все клюнули на то, что гравитация и электричество – это что-то похожее. Ну, допустим, началось с Хевисайда. Хевисайд электрогравитацию пытался это. Но он своим путем шел. Мы его еще не разобрали до конца, и он у нас не переведен. Считается также запрещенной, как эта книга в свое время «Доктор Живаго». Запрещенная есть у нас, как и Лейбниц, вот запрещен. До сих пор ничего не публикует, никто ничего не читает. Также на Хевисайда. Ну а дальше гравитация, кто гравитацией занимался? Ну такие из китов, вот, кто только не занимался. Ну можно отметить Пуанкаре, Эйнштейн. Ну Эйнштейн, это явно уже такой крупный кит, на эту удочку ложной аналогии клюнул. И они как считали, что раз формулы-то одинаковые, и вот давай мы крутить, как мы крутить. Если вот эта формула, то из нее что вырастает из этой формулы? И из этой формулы вырастает то, что уравнение Пуассона. Это значит статика. Как в статике, в электростатике мы видим уравнение Пуассона. Вот и видим потенциалы мы здесь. Что мы видим? Вот в электричестве напряженность поля минус градиент потенциала, а сам потенциал от дивергенции Е. И уравнение Пуассона сверху для, значит, дельта фи, ну это вторые, сумма вторых производных по координатам, и минус 4 плотность зарядов. И сразу же мы раз и пишем. Вот такой же, то же самое для гравитации. Вот для гравитации мы пишем уравнение Пуассона, сразу же это то же самое, все. И получается, что гравитационная масса у нас вот это все. Вот они у нас все эти. Этвиш, Дике, и так, Брагинский. Ну, они, значит, инертная гравитационная, это потом мы разберем. Сейчас мы видим, что взяли уравнения одинаковые. А это в корне неверно. Почему? Доказываю. Первое положение о том, что гравитационная постоянная, она не постоянна. То есть она не только от параметров среды зависит. Если от параметров среды,
то еще какие-то моменты есть, от которых она зависит. Почему мы ее не можем измерить точно? Мало того, вот лекцию про космический отряд наблюдателей у нас есть, ведь это более высшая цивилизация, которая над нами летает. Она нам в послании в своем сказала, что гравитационная постоянная, а она не постоянная. То есть она нам дает подсказку. И мы видим в экспериментах это так. О чем мы в той лекции говорили. Это так получается. Значит, мы должны вот это дело учитывать, то, что у нас гравитационная постоянная, не постоянная. А отсюда следует, значит, это будет уже не Пуассон. А какой-то другой уравнение? Ну, это мы же с вами, студенты, сейчас на физическом стоим полигоне. И мы сейчас математикой не будем заниматься. Но ясно, что это уже будет не Пуассон. Поскольку вот гравитационная постоянная, как я утверждаю, она есть функция. Вот. Переменная величина зависит как от координаты вектора r и t, и времени. Скаляр зависит от времени и от вектора r. Но здесь же тоже среду. Я же хочу честно быть честным. Мы не только это вот расстояние. Ну, мы знаем, что если мы меряем гравитационную постоянную на Земле здесь, то она у нас в разных точках разная, в зависимости там от плотности Земли в этой точке. Допустим, там какие-то месторождения, они искажают нашу эту всю, и гравитационная постоянная получается разная. И даже спутники, вот оно, когда спутники летают, они в тех точках, где имеются аномалии гравитационной постоянной, они проваливаются на несколько сот метров, да, до километров проваливаются, потом их приходится опять поднимать. Эти они проваливаются из-за того, что вот такая аномалия гравитационной постоянной. Мало того, что вот и вот провалы спутников научились использовать для засечки месторождений. Раз в этой точке аномалии, значит, сюда сразу бросаются все геологи и со всеми приборами геофизическими своими. А у них приборов очень много. В частности, и гравиметры есть приборы. Вот. А гравиметр это что такое? Это примерно то же, что и Кавендиш вот делал. Это либо вот крутильные весы, либо пружинные весы, простые пружинные весы. Вот на этом принципе. А дальше вот, поскольку эти пружинные весы, они, во-первых, маленький у них ход, как говорится, рабочий ход этот, то его усиливает, преобразуя вот это перемещение пружины или коромысла этих весов, преобразовывает в другую физическую величину, в которую уже можно усилить. Допустим, в емкость, в частоту и так далее, и так далее. И вот гравиметров этих очень много. Вот есть гравиметрия, пожалуйста, вот прибор для относительного измерения ускорения силы тяжести. Это точные пружинные, тонкие пружины или крутильные весы. По изменению деформации пружины или по углу закручивания нити измеряют разность ускорения силы тяжести. Деформации и углы измеряют оптическими методами. Вот даже оптическими, ну так же, как видишь. И косвенно по изменению связанных частот, пружины, емкостной и нити вот эти, через емкости другие, ну, о чем я сейчас говорил. Чувствительность довели очень хорошую чувствительность. Кто тут вот занимался-то этим гравиметрической разведкой, так их фамилии назову, Веселов К.Е., Сагитов М.У., Лукавченко, Сагитов. Ну вот, и центр гравиметрии у нас находится в Потсдаме. Ну, там есть тонкости с этим Потсдама. Что вот
Первый, значит, гравитационную постоянную, вы знаете, он предложил, как измерять. Он предложил измерять Вебер. Вот Вебер довольно-таки недавно. Вот в 1962 году примерно он пишет о той, гравитационные волны. Перевод с английского есть. Москва, 1962 год. Вебер, Джон Вебер. И Брагинский, который позже измерял, он в 70-м году. Вот. Эксперименты с пробными телами у него была такая тема. Но в данном случае это как раз. И вот какие вот тут пробные тела. Он два цилиндра предлагал, значит, два цилиндра поместить размером чуть ли не тонну. Алюминиевый два цилиндра в разные точки на расстоянии десятков и сотни километров между друг другом. И оптическим методом по отражению луча света от торца эти цилиндры на нитях на тонких подвешены на вешала такие тонких специальных нитях. Мало растяжимых, свойства которых известны. И вот по колебанию этих стержней, которые расположены в коробе, гравиметрически он защищенный. То есть на резиновые прокладки этот корпус защищает от окружающей среды. Многослойные резиновые прокладки. И вот они там неподвижны, как вот два вот таких... Со спящей царевны две такие по тонну весом алюминиевые чушки ждут сигнала волны. Как только волна придет, мы увидим, что это дело не синфазное. То есть она сначала придет туда, потом придет за 100 километров. И мы вот этом по всплеску этого отклонения этого цилиндра, деформации его, то мы увидим, что это именно волна пришла, не общие колебания Земли, не какой-то синфазной составляющей, а именно гравиволна. Ну, вот это потребовало очень большой чувствительности и требует очень большой мощности гравитационной этой волны. Но с расстоянием она же, то, что волна, если она подчиняется волновому уравнению, она также обратно пропорциональна квадрату расстояния, ее поток мощности падает обратно пропорционально расстояние. Если использовать ту же, какую они используют, аналогию с электромагнетизмом, то есть Пуассон и дальше волновое уравнение. Вот Гельмгольца. Пуассон, Гельмгольц, и все, как говорится, пляшет у них. Ну, единственное, что вот это К и гамма вот большая, она разные вещи. А заряды, массы, как говорится, они более-менее, можно, постоянные. А в теории относительности Эйнштейна там еще накручено дальше. Оно накручено как что? Массы вот эти вот, они у нас искажают как бы пространство. То есть как бы пространство... Это вещь независимая от этих масс, и она, значит, ну, как авоська, она вот это все деформируется от нашего арбуза, в который мы туда кладем. Также они понимают пространство, вот как авоську без массы и без связи, без всяких с материальным миром. Поэтому вот это вот идеализм, формализм математический четырехмерного пространства, который мы в прошлой лекции разоблачили с успехом, вот не дает основания вот эту теорию Эйнштейна. Кроме того, законы сохранения в ней не выполняются. Это раз. И во-вторых, несмотря на то, что вот второе послание Кон пришло, когда еще Эйнштейн был жив, и многие другие современные физики были крупные, живы, они не прислушались к этому посланию. А там же говорится, в частности, что нельзя вот объединять физические явления под одну гребенку, под одну математическую модель. Это натяжка будет. Природа разная, всех сил у природы разные. А у нас пытаются всю эту теорию всего. Вот. Но это, как говорится, уже
Больной человек только может так вот. Там в Англии живет какой-то товарищ. Он вообще-то только у него голова думает, а тело вроде как бы у него в кресле сидит. Ну, такие люди, они, конечно, у них и немножко и поворот-то в другую сторону. Поэтому они вот предлагают то, что это слушать нельзя. Это все болезнь в них говорит, и она все человечество водит не туда. Поэтому вот такие здоровые силы, как вот Лейбниц была, их к ним не прислушиваются. Нет, нет. У нас в науке, как вот в религии, больше вот мы верим юродивым, там это все, ну, считаем их такими. Также у нас юродивые есть в науке. Вот это Эйнштейн, я считаю, это чисто юродивый. Ну, немножко отличается от него Лагунов, вот недавно тоже он представился, это он сильно отличается. Он законы сохранения все сохранил. Правда, в той же четырехмерной формальной метрике он кое-что вычислил, и как модель математическая у него она складно получается. Там пространство, он, как говорится, не считает, что оно кривое. Это раз. Во-вторых, он не считает, что какая-то есть темная там особая материя, что у него там безграничное все исчезновение. Такого у него нету. У него все это дело более складней. Но в то же время тоже следует отметить, что он пытается соединить электрогравитацию, и его ученики дальше все идут тем же путем, что идет Эйнштейн. Вот этот вот юродивый от науки, можно так сказать. Который то эфир отрицают, то опять возвращаются к эфиру. То есть они плутают такими кривыми дорогами и считают, что пространство это все кривое. Вот такое вот у нас рассуждение есть насчет гравитации. Что здесь не Пуассон. Нет, не Пуассон. Не волновое уравнение. Нет. Не Гельмгольц. Нет. И не Пуассон. Только не это. А вот как вот мы должны вот эту гамму выяснить, ее природу. Каким образом она зависит от среды. Вот если в электричестве мы это все дело знаем, как два заряда заряжаем, эти вот два шарика заряжаем, между ними газ запускаем какой-то, и смотрим, как у нас тяготение изменяется в зависимости от эпсилона. Чем плотнее эпсилон, допустим, в воде 81 эпсилон, значит, у нас сила притяжения должна быть в 81 раз меньше, поскольку обратно относительной проницаемости силы обратно пропорциональна. То есть мы видим, что вот эту силу мы можем измерить в среде. Что же мы делаем с точки зрения гравитации? Мы пытаемся, значит, все это завакуумировать и в вакууме посмотреть, как. Ну, это тоже неплохо, но потом-то надо вот в средах, допустим, в воде то же самое, в разных средах вот этот Кавендиш опыт произвести. Плюс к тому же, это в разных местах Земли. И сейчас с учетом вот этих космических, чтобы зря не запускать вот эти наши спутники все, мы должны их использовать для вот этих гравиметрических вещей по исследованию, по точному изучению вот этой гравитационной постоянной. Тогда мы получим какие-то уравнения новые. Может быть, они будут более общие, чем Гельмгольца. И, может быть, там и вылезет, как частный случай, какой-то ЦУК волновой вылезет при каких-то условиях. Но если вот, допустим, заряды, когда они излучают у нас заряды, когда они ускоренные, ускоренно двигаются, они излучают. Но это всегда так? Нет, не всегда. Вот в атоме электрон вращается, он же не излучает. Если принять во внимание, что это такая орбитальная модель вот этого атома водорода верна, то значит там существуют какие-то конечные такие орбиты, где излучение, и только при переходе с орбиты на орбиту у нас либо поглощается, либо излучается энергия. Когда накачиваем, она переходит вверх, поглощается энергия. И дальше она просто вращается без потерь энергии.
Ну, а ускорение-то есть, конечно, при орбитальном движении заряда ускорение всегда у нас есть. Всякое криволинейное движение, это у нас есть ускоренное движение. Даже пусть оно по модулю скорости постоянное, но поскольку вектор скорости меняет свое направление, это уже само создает ускорение. Это мы знаем из теоретической механики. Возьмите Тарга, книжку почитайте. Вот. Вот такое дело. Но вот в гравитации. У нас там в гравитации же тоже орбиты, они как бы стационарные, эти орбиты. На определенном, по определенному закону вот, выстроено расстояние от Солнца до самых дальних планет. Есть определенный закон. Где-то вот была планета, так на ее месте где-то осколки мы видим. Еще какую-то планету вот сейчас ищут одну. Теоретически нашли, а экспериментально еще не очень прощупали. Тоже будет ли, в принципе, трудно сказать. Здесь же нету смены орбиты. Мы не видим такой скачкообразной смены орбиты. Хотя, казалось бы, гравитационные массы-то всей Вселенной, они огромны. Вот, допустим, если от Солнца у нас так сила определенная гравитационная действует на Землю, то на всю Солнечную систему со стороны всей массы вот этой галактики, конечно, сила гравитационная тут действует огромная. И, соответственно, ускорение тоже при движении. Солнце же движется тоже по сложному пути. Оно вокруг центра масс галактики движется по очень хитрой такой спирали. И также, а за ней уже, за Солнцем тоже навиваются по спиралям другие все планеты, а спутники еще по тройным спиралям наворачиваются. То есть здесь ускорение, казалось бы, большие есть ускорения. Если взять линейную скорость Солнца, вот 200 километров в секунду. А вектор скорости все время вращается в соответствии вот этой спирали вокруг центра массы галактики. Вот посчитать ускорение мы получим, казалось бы, должно быть излучение вот от этого дела. Но нет излучения. Значит, орбита стационарная, так же, как в атоме. Ну, это навскидку, вот такая теория. Но может быть и по-другому. Может быть, просто это вот излучение, оно компенсируется еще приходом другого излучения. И в сумме уже, когда много накопится таких вот явлений, то оно получается квазистационарный процесс. Но это фантазии. Но факт то, что следует отметить, что и здесь я согласен, что с командой этих космических отрядов наблюдателей, я здесь согласен, что здесь надо рассматривать, исходя из гравитационной постоянной, ее зависимости от среды и от координат и от времени. Тогда мы получим истинное модельное уравнение, дифференциальное для определения вот этого гравитационного потенциала. Реальное уже уравнение. А что уже из него будет вытекать, это уже вопрос математикам. А вопрос к физикам, это как поставить вот эти опыты по определению, по точному определению гравитационной постоянной и ее изменениям. Длинно-периодическим, коротко-периодическим. Потому что казалось бы, вот маленькая величина-то разницы. В третьем, в четвертом знаке всего различия-то, да? А уже влияние на жизненные процессы, на биологические процессы даже на Земле, на жизнь на Земле, на эту историю всю, нашу динамику развития нашей жизни на Земле, все это влияет. Даже маленькие изменения вот этой гравитационной постоянной. Ну и говорится, что все и связано с изменением размерности даже. Даже сама размерность, он где-то в районе 3, но не точно 3 геометрические размерности.
Значит, это тоже должно влиять на закон гравитации, который, если точно его сформулировать. Ну вот пока вот в пределах то, что у нас есть, нас это удовлетворяет, вот этот закон гравитационный. Но дальше аналогии строить в область волн, здесь уже надо с осторожностью. Мнимая вот эта похожесть формул, как я уже говорю, она нам заводит нас в тупик, просто заводит в тупик. И мы перестаем видеть вот эти вот эффекты, которые связаны с распределением зарядов, распределением массы, сил, силовые характеристики совсем другие. А это говорит о том уже, что уравнения-то у нас они не те должны быть. Вот такое мое соображение по вот этой ложной аналогии между электричеством и гравитацией, которая на протяжении уже, ну, наверное, сотни-две, наверное, лет уже это продолжается изучение. Вот когда появился закон Кулона, наверное, сразу же из гравитации его связали. Отсюда и пошла вот эта вся катавасия и поиски этих гравитационных волн. Хотя закон вот еще полностью не установлен в точности. Вот это мое такое соображение, конечно, с точки зрения, со студенческой точки зрения, я не дедуктивно иду, не от академика, не от их взгляда, а с простого житейского взгляда. То, что вот смотрю формула, а как же так, вот заряда-то два у нас плюс-минус, а масса одна, сила только на притяжение, на отталкивание нету. Дальше как пара этих зарядов, как пара масс взаимодействуют друг с другом. И как коэффициент К, самое главное, это вот в электричестве это характеристика среды. Это уже в чистом виде характеристика среды между зарядами. А в гравитации мы не знаем. Точно это не определенно. И сама эта гамма дальше никак у нас не уточняется. Спасибо большое за внимание. До новых встреч.